Сегодня Чебоксары посетила делегация Республики Болгария. Гостей интересовало в Чувашии многое – от экономического потенциала до политического устройства республики. Болгарская делегация предлагает столице Чувашии установить побратимские отношения с городом Бургас. Бизнесмены уже готовы презентовать совместные проекты. Один из них – рекультивация территорий, на которых размещена Пихтулинская свалка. Кроме того, Болгария – один из центров туризма, поэтому есть предложение открыть в столице Чувашии представительство туристической компании и визовый центр, а в будущем наладить регулярные авиаперелеты. У нас в Болгарии говорят: «Здравствуйте, братушки». Мы так обращаемся к нашим российским друзьям. И хочу поблагодарить от имени всей делегации за гостеприимство, за то, что вы делаете для нас. Показывайте все это. Нам очень интересно. Ваш город очень красивый. Я просто не представляю, что будет летом, здесь, когда приедем. Дай Бог. Увидел, что у вас очень такая молодая команда и все такие элегантные. Многие в Болгарской республике разговаривают на русском. Да. И для каждого россиянина, который, не все на английский язык перешли, не все немецким владеем, но важно, когда куда-то приезжать, кто-то встречает на родном языке. Это большой плюс, потому что, всегда Болгария у нас как дружественная. Я думаю, что тут надо только развивать.